все, время настало. Время настало, и я хочу разыграть среди вас первых. Первый пригласительный билет в аквапарке «Сплюжик». Пригласительный билет абсолютно бесплатный. Есть ли желающие выиграть его? Радует вас сегодня нормально так. Кстати, детские конкурсы закончились, так что дети могут руки не тянуть. Так, ну что, давайте, наверное, что у меня там есть, вообще не представляю. Все, нормально. Нужна девушка. Которая пришла сюда без парня. А что ты за меня закричишь? Давай, Дидей. Да, давай. Девушка есть. Сейчас познакомимся и сразу нам понадобится, наверное, парень. Не-не-не, я вызвал не тебя, вон ту девушку вызвал. У тебя будет шанс поучаствовать, но не в этом конкурсе. Поэтому, к сожалению, как тебя зовут? Юля, иди сюда, Юля. Юля, ну расскажи, как дела? Вот, отлично. Что у тебя сегодня супер было? Не хочет намекать. Ладно. Юль, сейчас я дам тебе 10 прищепок, а Серому завяжу глаза. А Серый уже доволен, ему уже все. Ему уже в принципе важен. Важно поискать прищепок, да, Серый? Ну, по крайней мере, если у тебя был на твоем месте, где можно было бы поискать прищепки. Так, стой, давай, считай. Ты лицом зрителя повернись, что ты не тем лицом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 прищепок тебе. Юля, подожди, еще не прячь. Сейчас сначала нужно Серому глаза завязать. Чтобы у нас все было честно, чтобы все было без обмана. Серый, у тебя будет 1,5 минуты. За 1,5 минуты нужно будет найти все прищепки. Найдешь за 1,5 минуты, я с удовольствием отдам пригласительный билет. Юля, если ты спрячешь их так, чтобы он не нашел, то я с еще большим удовольствием отдам приз тебе. Не видно, да? Не, все, это проверенный метод. Юлечка, давай прячь. Так, Серега, смотри, тебе нужно искать закрытыми глазами без помощи рук. Но смотри, ты нашел какой? Ну, допустим, блоком или плечом, можно носом искать. Нашел, когда, то рукой можно снять ее. Ты понял, да? Искать без помощи рук, а снимать руками. Давай, Юль, прячь. Юля, это не купальник. Не-не-не-не-не, Юль, так нельзя. Только на одежде, да. Юля, он так найдет все. Юля, да. Это тоже не купальник. Это тоже не купальник. Надо играть честно, я же говорю, что на купальник, в купальник, как угодно, на одежде, в общем. Давай, Юль. Я пока Серый, стой на месте, не двигайся, ты уже к краю сцены подошел. Вон, бей, отрывай. Так, я пока что найду секундомер, потому что все честно, все без обмана. Все, Юль, давай, еще две, как я обещал. Нет, это, волосы это не одежда. Но это тоже, нет, купальник, давай честно, что ты. Купальник, прячь, на купальник, можно как-то так. Кстати, зрители могут подсказывать Сергею, где он. Юль, как он все найдет? Я тебе серьезно говорю. Абсолютно серьезно говорю, как он найдет. Все, Юль, готово. Готово. Сейчас я становлю нужным образом. Предварительно найду секундомер. Нет, секундомер есть. Юлечка, давай, становись сюда. Лицом к зрителю. Вот так, ручки на талию. Все, ты, ну, выше, да? Выше. Смотри, Юль, да, это Юля, да. А, Юль, ты стоишь, не двигаешься. Что бы Серый ни делал, ты стоишь, не двигаешься, ждешь, пока он не найдет хоть одну прищепку и получаешь удовольствие. Ты поняла? Серега, вот она, Юля, издай звук. Вот, да, так что с
все нормально. Ты помнишь, да? Ищешь без рук, достаешь рукой. А? Что, Оксана? Вот вот эта рука. Вот эта рука. Можно животом искать, можно головой, да. Ну, главное, не руками. Ты понял? Все. Находишь, нащупываешь прищепку чем угодно, а доставать уже можно руками. Готов, Серега? Полторы минуты у тебя. Друзья, все вместе считаем до трех и все дней начинаем. Юля, стоишь на месте, да. Раз, два, три, погнали! Давай, 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 Серега! Ох, Серый, Серый, подскажите, Сергей, чем искать? Вот, одну нашел. Все, бросай, бросай на пол ее. Бросай на пол. Нормально, вторую нашел. Серый, так все не найдешь. Руки, руки, руки убери от нее. Рука нельзя. Руки за спину, Серый, да. Серый, головой ищи, больше шансов. Головой ищи, шансов больше найти головой. Давай, 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 Серега. Зрители, подсказывайте ему, где прищепки. Юля, стой, не двигайся! Есть, нашел! Серый, осталось 25 секунд! Серега, давай, давай! Зрители, подсказывайте Сергею, где прищепки, иначе... Стой, стой, стой! Давай, давай, еще 10 минут есть! 10 секунд! Юля, стой на месте! Юля, стой на месте! Юля, стой на месте, давай! Серега! Серега, давай! Давай, 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 Серега! Юля, продолжаем, нет? Ну, что, продолжаем? Юля нравится. Юля нравится, так что... Да правильно, надо было развязать. А еще одна есть, да? Не, ну уже просто интересно, за сколько он найдет, уже 2.20. Просто Юле нравится, поэтому я не останавливаю. Серега уже проиграл, ну все же, да, пусть Юле. Юле-то нравится. Ладно, Серый, все, 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 Серый, достаточно. Достаточно. Прошло 2.5 минуты. 2.5 минуты прошло. Еще одна прищепка осталась, нет? Откуда? Где? Второй. Надо было смелее, Серега. Надо было смелее, Серега. Серега, ну ты не расстраивайся, дружище, не расстраивайся. У тебя будет сейчас еще выиграть подарок, который на парка сможет. А этот приз, да, и эта прищепка, да, достается Юле. Держи, Юль. Аплодисменты Юле, аплодисменты Сергею. Большое спасибо, друзья. Оклигушонок, да, нормально. Я хочу продолжить, у меня есть еще призы, есть еще пригласительные билеты, поэтому, друзья, все будет нормально. Лайки, все будет нормально. Подпишись, так, на что бы такое вам придумать? Пока-пока. Наверное, сделаем так. Через один конкурс будут самые настоящие мужские конкурсы. Поэтому, Серый, не отходи. Нужно будет на руках бороться там, да. Парни, подходите. Все, кто поздоровее, посильнее, не отходите. Подходите наоборот. Буквально через 5 минут. А сейчас я хочу еще одной девушке отдать. Пока-пока. Для этого нужно две девушки. Две девушки, которые будут бороться между собой. Вы еще не закончили, да? Так, сейчас.